Дорогие друзья, мы находимся с вами во Флориде, в Джексонвилле, в церкви «Живой поток», в библейской школе. На протяжении 4 лет я, Виктор Куриленко, преподавал в этой библейской школе. И сейчас преподаю, мы только что закончили демонологию, сейчас проходим учение о Духе Святом. Молодые люди, если вы желаете иметь более серьезные богословские знания, вы можете посетить эту библейскую школу для того, чтобы потом иметь практические занятия и выехать на миссионерские поля и проповедовать Евангелие. Если Дух Святой касается вашего сердца, вы можете подать заявление в эту школу, потому что, на мой взгляд, здесь достаточно серьезно проходят богословские дисциплины, достаточно здраво дается истины Слова Божьего. И если вы хотите иметь богословское образование, вы можете посетить эту библейскую школу и узнать очень многое новое для себя. Пожалуйста, как только у вас будет возможность, девушки, парни, у которых есть желание более и более посвящать свою жизнь Богу, подавайте заявление в эту библейскую школу, и да благословит вас Господь посетить, учиться в этой школе и потом благовествовать миру спасения в Иисусе Христе.